А победителем прошлого ролика, если он есть, если вообще его найдут, то становится вот этот челик, он получает какое-то количество бабл кэша на экране, вы видите. Если вы хотите также принять участие в данном конкурсе, то вам нужно поставить лайк на этот ролик, подписаться на канал, нажать на колокольчик, написать в комментариях любой положительный комментарий, и вы становитесь участником данного розыгрыша. Потом в следующем ролике по Пиксу с помощью рандома я выберу человека, который заберет приз в размере одного... В размере... лайков. Я забыл эти слова, как говорить их, короче, но... Суть такова, что один лайк равен 1 рублю. Допустим, если набирается 100 лайков, разыграет 100 рублей, 200 лайков, 200 рублей. То есть победитель получает такое количество бабл кэша. В общем-то, участвуйте, выигрывайте и побеждайте. Но мы переходим к ролику. Погнали, парни. Здорово, бродяги, Василько на связи, это АПЦ на балансе, у нас 3000 рублей, ссылка на сайт будет закреплена в комментариях, спускаемся вниз, там есть комментарий, и первый комментарий именно ссылка на данный сайт. Пацаны, наконец у нас вторая часть по ролику в плане задания от подписчиков, погнали! Все комментарии, которые вы давали мне задания, вы видите на своих экранах. Пацаны, также можете в комментариях писать еще дополнительные задания, какие-нибудь придумывать задания. Я и буду пытаться выполнить те задания, которые я не выполняю. Этот человек получает 50 рублей. То есть пишите свои задания в комментариях, я выбираю адекватные достаточно задания. Если я его там не выполняю, то я даю этому человеку 50 рублей на киви. Все легко и просто. Ну, халяву подзаработать, потому что я смотрю, что по поводу заданий вы очень слабы, вам нужна какая-то мотивация, чтобы расписать задание. Это я уже понял. Ну вот, короче, пацаны, также, что еще? Задание сегодня у нас будет 5, плюс промокод будет в любом месте, в любое время в течение данного видеоролика. Вводите его вот в это окно и получайте 10 рублей на халяву. Также, парни, еще одна. Все комментарии вы видите на своих экранах. Плюс, пацаны, тот, кто задание пишет, во-первых, если я его не выполняю, вы получаете 50 рублей. Плюс, вы знаете, ваш комментарий, наверное, засветится в ролике, как вот сейчас, да? И плюс я его пытаюсь выполнить. Сколько плюсов-то? Да хуище просто. Поэтому я думаю, что стоит написать комментарий по поводу задания. Ну и что, крутим задание. Go 15 минут, угадай 4 ячейки. Ну, блин. Минер. 15 мин. 4 ячейки угадать. 2, 3, 4. Изи просто. Ну, просто изи, слушайте. 858 рублей, могу даже 5 нажать. Ебать! Я перевыполнил задание, заслабил 200x. Пиздата? Пиздата. Идем дальше. Прокручу я так 5 раз колеса. Потому что 5 заданий. Какое-то задание может 2 раза выпустить, поэтому не мои проблемы. Поиграй на классике 3 минуты. Поиграть на классике 3 минуты, это просто чел написал поиграем на классике, я добавил 3 минуты. Ну, делаем ставку. Я не знаю, сколько я там сделал ставку, но... Парни, последняя игра в этой статье, у нас последняя игра, в общем-то, 3 минуты закончилась. Я поднял, вот, выиграл 4 раза подряд, 72%, 50%, 52%, и сейчас 54%. Я сейчас солью, будет вообще похуй. Ну, блядь, бывает, что поделаешь, не всегда же выигрывать. Ладно, идем дальше крутить. 3 минуты я продержался, более-менее хорошо еще живем, даже в плюсе. Вот. Выпадает у нас с 5 сделать 500 рублей. С 5 сделать 500 рублей. То есть у нас баланс сейчас составляет даже... Я попытаюсь как-нибудь... 24 из 39. Потому что не хочу. Хочу, чтобы красивое число было.
Даже 234. Играть. Отлично. 5 рублей. С 5 надо поднять 500. Как это делается? В принципе, у нас есть 7005 рублей, и мы должны с этой суммы поднять... Мы с этой суммы должны поднять с вами 7500, как я понимаю. Ну, окей. Блин, это не считается. Зачем это не считается? Потому что я не думал. А так-то, в принципе, какая разница? Кого, как говорится, ебёт чужое горе, нам надо просто сделать с вами с 5... и все. Изи просто. Смотрите-ка. Ну все, пацаны, короче, даже перевыполнил, грубо говоря. Идем к следующему заданию. Идем к следующему заданию. И у нас выпадает, в принципе... Я не помню, сколько раз я еще должен пропустить. По-моему, это предпоследнее. Заходи мины, и там поймай 1000... Ой, 100x. В минах поймать 100x? Я уже сегодня так-то ловил? Ну, окей. Лучше это давалось на 15. Лучше это давалось на 15. Блять. Подъебало. Сейчас подъебало. Не важно же, какая сумма, правильно? Все, сделал. Даже перевыполнил 59. Ну и последний раз я кручу. В принципе, мне кажется, просто каждый по кругу выпал задание и все. Просто с каким-то интересом, с каким-то разнообразием. Вот, видите, в Кена 100 рублей на числа 12, 5, 19. Кена 100 рублей на числа. А, вот это задание, сейчас я прочитаю. Бро, тактика от меня. Заходи в Кена, ставь 100 рублей на числа. Если не дает, то x2. Окей. Заходим в Кена. Числа выбираем. 12, 5, 19. 12, 5, 19. А почему так написал? Типа, сначала 12, потом 5, 19. Это можно было по очередности написать. 22, 7. 22, 7. Вот такая тема, короче, у нас. Ставим 100 рублей. Не выиграли. Выиграли. Но мы тогда не выиграли, поэтому надо сейчас удвоить. Как если здесь максимум 1000? Как это можно было придумать вообще такую тему? И что, я теперь должен с 1000 раскачиваться, что ли? Ну ебанутое, если честно, задание. Блять! Вот вам и ебанутое задание. 18000. Только что говорил, только что обсирал, что ебанутая тема и так далее, что типа... Ну, как бы... Да. Как бы да. То, что ебанутая хуйня, и то, что, блин, со 100 рублей поднимаешь, удваиваешь, и типа она не дает максимум 1000, только можно поставить из-за этого ебанутость. А так, видите, 14x словили. Даже не ожидал как-то. 19000 на балансе. Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки, оставлять спрашивать комментарии. С вами был Василько. Еще увидимся. Всем удачи и всем адьос, пацаны. Не хворайте. Сегодня были задания от подписчиков. И получился достаточно хороший ролик. Всем пока.